Всем привет, ребята! Итак, Devil May Cry 5 и миссия 10. Пробудившийся, наконец-то будем играть за Данте. Не будем медлить, погнали. А, блин, надо было покачать его, черт, но ладно. Излишне поторопился. Но ладно, это тоже хорошо, Данте будет максимально дефолтный. Так, оружие можно менять в любое время, чтобы сменить оружие дальнего боя. Угу. Используемое оружие, его порядок можно изменить на экране персонализации. Неужели за всем этим стоит тот тип? Что ж, о вкусах не спорят. Ничего себе. Ну, давайте попробуем с мечом и с чудесными двумя пистолетами. А там как пойдет. Так, а куда сладкие девицы ушли? Ага, вот они. О, да. Охренеть, он их вообще перезаряжает? Блин, да Данте рубит круче, чем Неро. Смена стилей есть, охренеть. Обманщик. Стиль с акцентом на мобильность дает больше свободы в бою. Стрелок. Стиль с акцентом на оружие дальнего боя позволяет держать дистанцию в бою. Мастер клинка. Стиль с акцентом на оружие ближнего боя. Используйте мощный комбо для уничтожения врагов. Гвардеец. Стиль с акцентом на защите. Переломите ход боя быстрыми контратаками. Оборона расходует шкалу формы демона и блокирует вражеские атаки. О, какой глубокий персонаж и сложный, но хорошо. О, а девицу-то свалили. Так, подождите. Я еще не попробовал вот этот чудесный дробовичок. Офигеть. Какая жесть, вообще не понимаю, что он делает. Сейчас будем стили пробовать еще разные. Как там с колесиком нужно вместе, да? Еще что-то мне дают. Нажмите F, когда шкала ФД заполняется до третьего уровня или выше, чтобы активировать форму демона, которая медленно восстанавливает здоровье и увеличивает атаку, защиту и скорость. Снова нажмите F, чтобы деактивировать форму. Да подождите, я еще не все попробовал. А почему сейчас он так медленно стреляет? Блин, я вообще ни по кому не попадаю. Вот Данте нормально уворачивает с перекаты, пожалуйста, классика жанра. Ха-ха-ха.
неплохо, неплохо. Блин, тяжело сразу же освоить столько персонажей. Ну, нету. Ну же, Дан, ты пропустишь самое интересное. Я не так выразился. Освоить-то их можно, а вот в совершенстве владеть каждым и при этом как-то удобно переключаться между ними, ну, несколько сложновато будет. Ну, посмотрим сейчас, как пойдет. В принципе, блин, Данте крут, прям очень крут. Но, отлично, персонализация. Ты-то мне и нужна была. Ты двойной прыжок до этого не умел? Ничего себе. Так, это... Балрог, это... Да, а, нет, это вот эти вот кулаки. Огненные, которые он использует. Заряженный выстрел. А, тоже неплохо, это как у Данте. Ох, еще и каждый стиль по отдельности карте качать. Безумие. Немного в кредит покачались. Потому что у нас бонусных очков только... Сколько там? 2 миллиона было. Все остальное это как бы наше честно заработанное. Опа. Какое глупое создание. Колючий распри. Хаос. Ну, неважно, я тебя тоже замочу. Все. Всю броню ему раскидали. Отлично. Прикольно, прикольно. Эта штука скоро закроется, нужно спешить. Yeah!
Вот это да. Просто вот так переключая стили, можно саваж вообще задарма набивать. Так, стоп, подождите, а это ж разные места. Куда мне идти-то? Он говорил, что идти нужно туда. Но при этом внизу меня тоже ждут приключения. Но мы здесь через верх хотя бы можем выйти весьма однозначно. Вот и все. Теперь, да, мы можем идти со спокойной совестью вниз. Так, там ничего больше нету? Вроде бы нет. Но сначала разберемся с парнишками. Офигеть. Что это за имбовая штукенция? Да их просто заспамил атаками. Жесть какая. Это что, это кто считал? Типа 3, 2, 1. Для чего главное? Замечательно. Осколок синей сферы с нами продолжит путешествие. С ума сойти, они уже здесь. Дамочки-то работают оперативно. Ночью хорошо. Девушки при деле. Ах ты. Yeah.
сначала с этой паскудой разберемся. Это очень читерская вообще способность, безумно читерская. Ну вот опять какой-то счет 1-0. Ну, видимо, в мою пользу. Тут кто нас ожидает? Выходи, покажись. Какая-то падаль летающая очередная. Горящее безумие, адский пиромант. Ну, пиздайте еще. Ой-ой-ой, он сейчас бомбанет. А, ему решить своих зацепил. Прекрасно, замечательно. О, снова это мать королева самка. Офигеть, это ты откуда ногами научил? Не ешь! Это мы стиль поменяли, и он... Офигеть. Странно. Я сразу ничего не понял. Что происходит? Как они меняются? До этого они красным горели. И туда я могу войти. Вот это разнообразие. Пойду направо. Ага, наверняка тут кое-что есть. Мне подсказывает чутье охотника. А почему сюда? Стоп. Я хочу исследовать другие коридоры. А, ну конечно, пососи и исследуй. Исследовать другие коридоры. И опять я здесь, черт. Да чего ж запутанное место? Ага, понятно.
Вот туда надо было идти, мать его, за ногу. Там столько добра лежит. Ничего не пропустили? Вроде бы везде запрыгнули. Отлично. Так, здесь некуда прыгать. Ага. Ну несложно, их тут, они хоть и двигаются, но все равно. Мне же главное все собрать. Прекрасно золотую сферу налутали. Пусто. Идем дальше. Да, я уже близко, я чувствую его. Ах, блин, ты мне всю комбо мою наломал. Неплохо. Но я чувствую, у нас не очень высокая оценка по итогу будет. Я думаю, что мы где-нибудь, ну, на Б, наверное, сыграли. Может, конечно, из жалости А подарят. Снова персонализация. Давайте ее сюда. Опять немножко в кредит закупились. Ага, ну вот все к чему. О да, знакомое чувство, это точно он. Чего же вы меня не дождались, девица-красавица? Так-так, хвала владыке дерьма и вони. Впечатляет.
Справился с двумя самыми опасными особами на всем белом свете. И я знаю только одного парня, которому это под силу. Джекпот. Данте. Данте. Так мы же знаем, к чему сейчас это все приведет. Ты пожалеешь, что родился, да, уже. Ранг С нам все-таки любезно подарили. О, прям очень любезно ранг А. Ну, ни хрена себе. Ха, это очень щедро с вашей стороны. Я премного благодарен. Нера оказался совершенно бесполезен. Ви, уводи Нера. Дурацкая была идея. Иди, путай ногами. Месяц назад. Это я путаюсь под ногами. Вот урод, никто не пойдет. Вот она сила. Дьявольский меч Спарда больше не имеет значения. В моих замыслах уготовано место для вас обеих. Отныне ваше существование будет питать мои силы. Блаженны те, кто служит столь высокой цели. Ага, вот значит, как Данте выжил. Понятно. Ладно, передох... Это работа не для мальчиков, а для мужчин. Эй, постой, я еще не все сказал. Так, отдохни пока. Кстати, похоже, за мной должок. Он осыпается. Дьявольский меч Спарда. Демонический меч Спарда, которым рыцарь изгнал владыку демонов Мундуса.
Ну что ж, миссия 11 у нас будет в следующей серии, а на этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр и всем пока.